надо пойти еще на балкончик полчаса позагорать. Скажите, а вы тоже так делаете? Сейчас я вам кое-что в чем признаюсь. Люблю пойти, короче, в какой-то соседний магазинчик, накупить всяких вкусняшек. Целый, это, слышишь, человек-пакет. Накупить всяких вкусняшек в номер и кайфовать. Ну, потому что не всегда в мини-баре есть то, что хочется. Короче, я вот из этих. Но не поверите, сейчас у меня целый пакет воды, который я люблю, водичку. Вообще в номере не сидится, хочется все время куда-то идти, гулять, постоянно быть в движении. Классно. А еще я все время забываю шампуни дома. Я не знаю, как это вот я умудряюсь так делать. Но каждый раз, когда я куда-то приезжаю на отдых, мне приходится идти покупать шампунь. Видно, мне даже уже специально.